Әбет сайғылы достылар, біз яйнымызды девам етеміз, музыка тенефісіні яптық, шынды студиямызда мұсафыр бар, е, біз мерақлы бір Зинат ақындалаф етеджеміз, Нағыш ақындалаф етеджеміз, ве масамыздаки дүлберліклеріні шынды озыңызда көрерсін сайғылы достылар. Әбет студиямызда Алтын Нағыш ұстасы Эмине Мұстафаева. Сәлем алейкум, сабалар, хайыр. Сәлем алейкум. Как настроение, как началось утро? С кофе, очень хороший всегда заряд. Согласен, что пришли к нам в студию в такую рань. Мы знаем, что вы приехали аж с Армянска. Да. Как добрались, пожалуйста. Нормально? Да, хорошо. Хоть гололед, хоть снег, ну, конечно, все почистили, но приехали. Фек яхша. Эмине ханым, мы сегодня поговорим о вашем хобби, так вот сказать. Видим, да, на столе у нас прекрасные ваши работы. Скажите, как давно вы занимаетесь традиционной крымско-татарской вышивкой? Лет шесть. Угу. Шесть лет, это вот... Уже, да, уже как мастер, наверное. Ну, как мастер. Я и до сих пор, если честно, учусь. Все равно мы с нашими преподавателями встречаемся. Все равно где-то что-то, все равно мы как бы... Ну, все равно учишься. Ну, ну, вышиваю все равно, конечно. А когда вот зародилась эта любовь к этому искусству? Да, как все начиналось? Кто-то передал вам эту тягу? У нас в семье никто не вышивает. Это мы посмотрели передачу. Я с мамой смотрела передачу. И вот когда увидела такую красоту, именно вот вышивку золотую такую, то вот именно вот, вот столько восхищения у меня было, что у нас есть такая вот традиционная вышивка, и я решила выучить. Угу. А как вы учились по картинкам, наверное, из книг или в интернете достаточно материала? Нет, это вот настолько это, вы знаете, это именно, наверное, дистанционно, это будет, наверное, тяжело учиться. Это вот именно надо видеть все это. Вот именно там же сама техника, там надо подтянуть где-то ниточку, правильно положить ее, чтобы она сливалась, чтобы она вот, ну, это такая техника, что очень такая щепетильная. И она вот, если ты неправильно сделаешь, оно все равно будет видно, вот все эти изъяны, и надо учиться, надо учиться. И, конечно, со временем эту технику оттачивать и набираться опыта, и тогда она будет. А были ли у вас в роду мастера вышивки или... Может, занимался кто-то другим искусством? Нет, у нас в семье никто не вышивает. Единственное, да, рисуют. Рамитли Рабашко у меня хорошо рисовал. У меня это даже ребенку моему передалось, и я хорошо рисую. Но оно, конечно, не профессиональное, так что отучились, а, ну, от себя получается. А так, да. А вы принесли вот некоторые ваши работы у нас на столе. Вот это что-то красивое. Расскажите, что это такое? Ну, это вечерняя сумочка. А-а-а. Конечно, она вот именно здесь я фрагмент такой, ну, орнамент именно женский, конечно. Очень стильный, черный цвет такой. Почему решили работать именно в этой технике заводного шитья? Потому что это дорого и красиво. Мне нравится. Вот переливание ниток, переливание вот бисера. Мне очень нравится. Сколько времени приблизительно уходит вот на одну такую работу? По-разному. Я работаю, и вот когда есть свободное время, то да. Но это, и опять же, зависит от вдохновения, от настроения. Потому что с плохим настроением не получится ничего. Даже не сможешь вышивать. Нитки начинаются путаться, и ты начинаешь... не получится. Надо с хорошим настроением. В хорошем расположении духа. Да. Чтобы муза была. Заварить себе хаве. Обязательно. Ага. Классно. Вот тут разные узоры. Что вы изучаете узоры? Что означает какой узор? Да, ну здесь больше такой получился, как бы восточный. А, конечно, обязательно. Нас преподаватель насчет этого очень учит, чтобы мы правильно влаживали, залаживали орнамент. Это чисто женский, конечно. Так как эта сумочка женская, конечно, и орнамент женский. А, то есть это не чисто женский? То есть... Это тоже женский, да. Но это больше такой, как... На повседневный. Нет, это не повседневное. Наоборот, да. Да, наоборот такое. На вечер. А достаточно ли в интернете материала вот касательно узоров, орнамента? Какой орнамент, что означает? Конечно. Обязательно. Прежде чем вышивать, обязательно надо продумать, какой рисунок, какое пожелание,
хотите передать через этот орнамент. Угу. Это обязательно, очень обязательно. Надо вот все правильно, все грамотно это все расположить, все вышить. Ну, я иногда, вот у меня бывает, что начинаю вышивать, а иногда думаешь, я бы еще сюда что-то добавила. И бывает, что даже уже, если там что-то просится, какие-то эти элементы, я еще добавляю, конечно, обязательно. Угу. Это а уже... вышиваете больше для себя или принимаете заказы? Принимаю заказы, да. Ну, обычно времени иногда и не бывает. Угу. Так вот, получается, что как бы я же работаю, у меня есть еще своя основная работа. А это больше как хобби. Ну, если клиент, ну, заказчица, да, например, или заказчик, если не спешит, то угу. да, не спеша, я красиво, все аккуратно, все быстренько сделаю. Но опять же, самое главное, чтобы по срокам я успевала. Мне кажется, если вас зовут на день рождения, то вопрос о том, что подарить, уже отпадает сразу. Да, 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 это да. Это такая вещь, что она всегда будет цениться, и она, ну, всегда актуальна, всегда красива. Мне, Ханым, вот вы вышиваете, вы изучаете крымско-татарские орнаменты. Очень много на сегодняшний день... мероприятий, где крымско-татарские девушки одевают национальные платья, да. Вы видите узоры. Часто ли вы замечаете какие-то вот ошибки, несостыковки? Да, где, да. Часто. Вот, возможно, очень это не крымско-татарский орнамент, но никто Нет, об этом не знает. Дело не в этом. Очень часто нам даже было такое, я честно, когда только начала учиться, нам преподаватели говорили, вот вы когда будете уже вышивать, вы будете уже видеть. И действительно, иногда бывает, что смотришь, танцуют, а у мальчиков вышиты не мужские, а женские орнаменты. Даже так. Да, даже такое есть. И я знаю даже, что многие вышивальщицы, они вышивают, да, красиво, я ничего не скажу. Да, сейчас очень модно, даже и доступна машинная вышивка. Да, очень красиво, я ничего не скажу. Но бывает, что вышивальщица не знает, ну, что она вышивает. Что-то похожее на крымско-татарское, красивое. Оно, да, оно крымско-татарское, но надо же, чтобы мужчины были мужские. Сейчас много мужских орнаментов тоже можно красиво вышить. Есть. Я ничего не... Есть, которые, да, вышивальщицы грамотно вышивают. А вот интересно, мужские орнаменты, вы сказали, какие, вот, например, к примеру, самые распространенные? Ну, вообще, это тюльпаны, кипарис. Это именно, да, где тюльпаны, это 100% уже мужской. Именно. Розы – это только женские. Розы, карамфиль – это гвоздика. Вот. Это именно женские. Гранаты. Ну, гранаты еще – это мудрость. Поэтому, как бы, это еще такое. Вот. А вот женские, да, вот это потом получается бадемы. Это тоже, ну, миндаль, это тоже женские. То есть помимо женских и мужских есть еще орнамент для взрослых людей и обязательно, для молодых. Да, да. Для девочек и для мальчиков обязательно. Оно все равно отличается. Но это, понимаете, это надо изучать. Там даже само расположение, где находится сам вот этот элемент, тоже будет говорить. То есть все не просто так, все конечно, имеет смысл. Конечно, да, обязательно. К этому нужно серьезно, конечно, подходить. Да. Мне, Ханым, расскажите, участвовали в каких-либо конкурсах, может, выставки были? Обязательно. Я всегда участвую, потому что это обмен опыта. Обязательно. Обмен опыта. Все равно смотришь, как другие вышивают. И ты думаешь, а я отсюда возьму и сделаю так. Потому что это любая вышивальщица, это любой мастер так будет делать. Он все равно, он видит по-другому. Он делает немножко, как бы... под свой стиль, и он уже будет, конечно, оно будет уже по-своему смотреться, по-другому, также красиво, правильно, если и правильно, грамотно, красиво, поэтому это, ну, это надо учиться, это надо любить, это надо стремиться, наверное, чтобы вот это именно вот подчеркнуть вот эти вот правильные вот эти орнаменты, как вышивать, вот всю эту вышивку, это надо все, ну, изучать надо. Не просто так вот. Я так художник, я так вижу. Меня, Ханым, расскажите о своих самых первых работах. А вот это моя первая работа. Хранхаб. Да, это моя первая работа. Я ее вышила для себя, для своего хранхаба.
Вот. Но я люблю... Да. Мы даже не можем сказать, что вот это первая работа, ну, видно, что это первая работа, тут ну, да, ошибки. Конечно, все очень аккуратно, все очень ровно, да, просто идеально. Да. Очень красиво. А есть какая-то работа, которая больше вот близка к сердцу? Близка? Вы знаете, они все близкие, ваша. Вот честно, вот знаете, это как ребенок. Вот я вот всегда вышиваю, мне вот, я его вышиваю всегда как для себя. Вот у меня такая вот, я должна любить эту работу, понимаете? И они все близки. Я не могу даже честно сказать, вот это мне больше нравится, а это меньше, потому что у меня там такое вдохновение было, здесь такое. Нет, такого нету. Я люблю свою работу, честно. И все, что создаю, я вот даже если мне изначально рисунок, прежде чем вышивать, мне не нравится, я его положу через какое-то время, может, даже в интернете, посмотрю, как у... Да, подгляну так немножечко, как другие вышивальцы вышивают, или там какие-то, даже не обязательно. Я даже вдохновляюсь, смотрю на художников, как они рисуют. Даже это может быть какое-то гончарное там, какое-то изделие. И, ну, я посмотрю, а потом опять возвращаюсь к своему. А вышивка для вас это больше хобби или основная работа? Да, это хобби. Это хобби. И у меня, если есть минутка, то я уделяю этому хобби. А вообще я работаю. А вообще посвящаете себе другой, да, профессии? Да. Что за профессия, если не секрет? Не секрет. Я машинист мостового крана. Ух ты. Да. На первый взгляд, совершенно не женская профессия. Не женская, да. Такое интересное сочетание этой деятельности и той. Но я говорю, зато есть точность, потому что когда выгружаешь машины, загружаешь, там самое главное не промазать, чтобы не снести борта. Точно так же и здесь, тут тоже нельзя промазать. То есть в какой-то степени ваша основная работа, возможно, и помогает вам? Ну, немножко, да. Глазомер хорошо работает. Как я преподавателю говорю, раньше, когда мы только учились, вышиваем, показываем, вот смотрите, Оджа, как я вышел, молодец. А Оджа говорит, а ты на миллиметр отклонений у тебя. Да как? Там не может такого быть. Берешь линейку, действительно отклонение миллиметр есть. Сейчас уже я сама даже это вижу. Я когда это пока не перемерю, я не успокоюсь. Мне вот кажется, что где-то идет отклонение. То есть профессионал видит разницу там. Ну да, уже вот да. Обычный. Ну да, кто нам мне кажется, кто работа связана вот именно с, он уже профессионально видит. Даже те же парикмахеры, они же видят, когда волос отрос, когда человек последний раз стригся. Поэтому. И меня подумал, а есть ли у вас вот кумиры среди мастеров наших современных? Ну, только мои преподаватели. Может быть, потому что они вот именно вот эту любовь к нашим вот этим орнаментам вот прививают, чтобы это было правильно, чтобы это было красиво. Даже вот именно подбор цветовой гаммы, вот они вот, чтобы оно приятно было взору, приятно было глазам смотреть. И влюблять, наверное, вот в эту вот вышивку. Ну, действительно, вот ты когда видишь, ты хочешь это одеть, взять в руки, посмотреть, взять, ну, как на мероприятие даже. Думали ли о том, чтобы давать какие-то мастер-классы? Да, ну туда дальше, немножечко туда дальше, потому что как бы это тоже время занимает. Это надо время. И вот пока сейчас немножечко нету. Ну, туда дальше, да, обязательно. Я хочу очень, да. И как раз я немножко еще подучусь, где-то какие-то нюансы. Потому что хочется свое что-то еще, так, от себя что-нибудь. А сколько приблизительно времени вот вы тратите на одно изделие? По-разному. По-разному бывает. Вы имеете в виду, сколько вышиваю по времени? Да, вот, допустим, вот чтобы вот, вот ну, на эту работу. Было, ну, я последний раз Хуранхаб вышивала невесте, но я вышила за... 2 недели, наверное, вышла. Да, с учетом того, что я работаю за 2 недели. Но, вы знаете, у меня получается, иногда же смотришь, что же положить, какую бусинку, какую пайеточку. И вот это вот иногда примеряешься, приглядываешься. Вот, ну, и как бы вот это время занимает. Я же не такой аж профессионал, что сразу раз и положила и вышла так сразу. Поэтому. А иногда бывает же, в Армянске у нас нету какого-то, например, материала. Это надо приехать в Симферополь. Здесь найдешь, купишь, уже все. Но это тоже же время занимает. Конечно. Надо выбрать время, чтобы приехать сюда, найти.
еще пока по магазинам побегаешь быстренько-быстренько. Ну, так. Если, конечно, все есть под рукой, то очень быстро можно. Mm-hmm. А если вот так, то... Ну, наверное, настроение зависит. Если в расположении... Обязательно. От настроения обязательно. Обязательно. Очень быстро. Конечно. Всегда от настроения. Вы же тоже, если у вас настроение, вы делаете, а если нет, то нет. Мне кажется, да, это во всех. Это, да, от любого человека так зависит. Настроение должно быть, да. Ну и любить обязательно надо то, что ты делаешь. Поэтому. Ваши планы вот на этот год? Есть ли что-то, может, грандиозное в планах? Может быть, украсить какую-то феску, может, украсить какое-то национальное платье, чтобы оно полностью было в орнаментах? Вы знаете, фески, ну сейчас столько мастеров с фесками, это как бы, ну, и красиво, ну как-то не хочется на этом. Что-то хочется, да, но я еще не решила, потому что у меня очень много планов в том плане декора, да, вот отдекорировать, но где оно будет? Может, это будет в интерьере, наверное, в интерьере, скорее всего. Вот хочется что-то в интерьер, что-то свое, вот, наверное, как... панно, да, я хочу сделать, ну, большой, наверное, даже. Угу. Сперва попробовать маленькое, а потом большое, да. Но, скорее всего, для интерьера, да, больше. Угу. Ну что ж, мы вам желаем успехов, желаем вам вдохновения, творческих успехов. Какие у вас будут пожелания для наших телезрителей? Обязательно здоровья, беречь друг друга, любить друг друга. Учиться, обязательно учиться. Я думаю, что независимо от какого возраста, надо всегда учиться. Даже если в детстве мечтала рисовать, надо пойти учиться рисовать, мне кажется. Ну, надо. Вот. Все-таки, мне кажется, красота спасет мир. Правда, это не мои слова, но я так считаю, что это правильно даже. Чохсахунс кельген сычыны минеханум. Мы еще раз желаем вам творческих успехов, и будем рады видеть ваши прекрасные работы на выставках, конкурсах. Да, кстати, у нас будет в феврале будет выставка в нашем Крымско-Татарском музее. Я очень хотела бы, чтобы посетили, конечно. Там не только будут мои работы, там будет работы всех учениц наших преподавателей, кто нас учил. И, может быть, да, кто-то захочет тоже научиться. Конечно. Вот, пользуясь случаем, приглашаем наших зрителей на выставку в феврале в наш Крымско-Татарский музей. Еще точной даты нету, но я знаю, что в феврале это точно будет. Поэтому было бы очень... Вообще надо часто посещать музеи. Там же есть и старинные тоже красивые. Именно очень такие работы, что, кажется, это столько лет им, и они сохранили свою вот эту красоту. Нитки сохранили, вот этот блеск золота. Очень красиво. Шикарно, очень шикарные работы есть. Надо посещать, находить время, чтобы смотреть. Ну что ж, я думаю, наши зрители найдут время прийти на эту выставку. Обязательно, да. Если я из Армянска приезжаю, посещаю, то, я думаю, здесь рядышком можно тоже выделить время. Спасибо еще раз. Чохсауланс, Киргенен Сычен. Здесь Чохсауланс. Вебу, Леми, Рахлу, Субеты, Мусенда, Сунгнада, Кельда, Сайгла, Дослар. Эбет, Нагыш, Крым Татар, Нагышы, Бу, Эрвахат, Пек, Дульбер, Эрвахат, Керек, Леви, Мемберисем, Эрбар, Инсанын, Евнде, Олмах, Керек. Шымды сияйнымыздың девам етіп, Невбетекелев ханы сейір етеміз.